Приветствую вас на канале Esplay, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Откровение. Итак, в этой серии мы отвлечемся от основного сюжета и пособираем всякие дополнительные фичи, типа вот всяких сокровищ, коллекционных предметов, захватим вышки всевозможные, точки синхронизации, поскупаем лавочки там и так далее. То есть, никакие сюжетные миссии мы в этой серии проходить не будем, дополнительные тоже. Ну, если не считать, конечно, захват баз тамплиеров, не знаю, считается ли это миссия, по-моему, нет. Там просто надо убить капитана и все, это не миссия. Вот. Так, вот уже первый сундук у нас есть, тут у нас впереди вышка. А, ой, вышка, говорю, точка синхронизации. Сейчас откроем карту. А то у нас карта вообще не открыта. Кому это не интересно, можете не смотреть, как бы. Миссии вот эти вот. Ой, серии вот эти, которые не сюжетные, так и будут называться. Там освобождение Константинополя. То есть ничего сюжетного мы здесь проходить не будем. Даже дополнительные миссии. Просто будем заниматься собирательством и открытием карты, освобождением вышек. Ну, это еще раз повторил, просто чтобы понятно было. Так, вон там я уже вижу сокровище. Бегом к нему. Так, а ты кто? А, это черный рынок. Сокровище наверху. Денежки сейчас как раз подкупим, купим снаряжение себе. Там, кстати, в лавках должно что-то новое появиться. Так, во-первых, вон там орел летает. Это значит, поблизости вышка. Ага, нас уже спалили. Поблизости, во-первых, точка синхронизации. А, во-вторых... Давайте его ассасином грохнем. Хорошо. А во-вторых... База тамплиеров. Сейчас мы этот район освободим. Он будет наш. Ну, в смысле, свободен. Давайте отправим, кстати, ассасинов на дело. Так, так, так. А, кто-нибудь качнулся? О, этот полный. У этого нет очков. А это что, новые, что ли? А, это доступный, кстати, вербовать ассасинов мы еще будем. Барона Средиземья. Давайте, Александрия. Тут вот мы уже выполнили. Ну-ка, вот это смогут кто-нибудь выполнить из них на сотку? Вот этот сможет. Пусть выполняет. Так, а ты давай-ка вот так вот. Все, пусть работают, приносят деньги. А тут у нас база тамплиеров. Значится. Твою-то... Вот козлы. Так, у нас есть дымовуха. Нету. А это чё? Осколочная. У нас и ножей нету. Вот подстава. Так, бежим отсюда. А тут чё, две вышки? Да он пошёл. Я его вижу. Вон там. Так, ну надо спрятаться срочно. Нечего... Ну иди сюда. Походу придется их всех убрать. Кстати, заодно припасы за их счет пополним. Так, давай-ка с пистолета хоть стрелять, что ли, я не знаю. О, как. Сейчас обыщем их. У них очень хорошо пополняются всякие припасы. Откуда только вот они у них? Мне непонятно. Так, хорошо. Тут куча стражников. Просто тьма.
Я вот не знаю, скрытно проходить или тупо перебить их всех. А что это за башни вообще? Их что, сжечь надо все, что ли? Вот, которые отображаются на карте. Он не робкого десятка, верно? А как? Как он меня увидел? Ты чё не лезешь-то? Это чё за фигня? Твою мать, ты чё, Эцу? Кошмар. Так, всё идёт не по плану. Во-первых, лечимся. Так, во-вторых, капитан. Да японский ты бог. Тварь, а. Давай вот этого завалим сразу. Один есть. Так, они сейчас все должны очкануть и убежать. Хорошо. Так, лезем, где? Чё поджигать-то? Ага, вот она, башня. Далее как резво заскакивает Эцио. Горит и синим пламенем, блин. Так, сразу сокровища я вижу, давай его заберем. И пойдем ассасина вербовать. И вообще скупать здесь все подряд. Ну, давайте для начала мы все-таки завербуем вон того ассасина. Так, тут что-то можно обновлять теперь еще. Нужно будет встать во главе. Кого-то поставить. Эй, постойте, можете помочь? Что беспокоит тебя, Амико? Тут какая-то сумасшедшая насылает на людей проклятие. Я сам видел. Проклятие? Ну, не совсем. Это старые византийские монеты. Она подсовывает их людям в карманы тайком. И мне все это совсем не нравится. Смотрите-ка, это Мисси. Ну, ничего страшного. Погоди пока тут. Пойду посмотрю. Так, во-первых, надо определить, кто это. И, наверное, давайте руку выберем, потому что, я так понимаю, убивать мне его не надо. Это такая мини-миссия по вербовке. Тебе не уйти! Стража! Ферма, стой! Блин. Я не хочу участвовать в этом. Забавное занятие. Подсовывать негодные монетки мужчинам в карманы. Тебя не ловили за эти? Ни разу. Хотя иногда я и сама крала деньги, но только чтобы прокормиться. И не надоело тебе это? Лучше присоединись к ассасинам. Мы за правое дело. Хм. Да, наверное, это будет лучше, чем жить только для себя. Да, я буду с вами. Понятно. В ассасины всяких вот таких убогих будем собирать. Так, пойдем-ка понизим нашу известность. Даже верблюдов убили. Где страж? Кстати, деньги в банке надо забрать. Только надо банк отыскать сначала, где он тут есть. Думал, меня так легко ограбить? В наглую-то грабанул его.
Так, ух ты, тут дофига. Угу. Так, там еще одна база. Где-то вот здесь должна быть. Заберем вот это сокровище. И пойдем следующего ассасина вербовать. А, по всей видимости, сокровища тут на башне, да? Ну, это очевидно. Мало. Мало денег. По пути надо... О, пойдем, пойдем. Вот сюда нам нужно будет. Сейчас купим там как раз все вот эти вот лавки. И деньги заберем с банка сразу же. О, кусок эдема, хотел сказать. Анимуса. Хорошо. Так, ты меня так не пугай. Чуть не рухнул, блин. Все, скупаем здесь все. Погоди, давай сначала банк купим, чтобы нам вдруг денег не хватит на остальное. Мы в банке снимем. Банк в первую очередь. Шайтан, говорит. Может, остановить его? Нет. Шайтана мы. Они передумали меня останавливать. Ага, вот он, банк. Так, снимаем наши кровные. Сколько тут? 6500, вообще хорошо. Спасибо, заходите еще. Кстати, тут нету вот этой вот инвестиции, как в Бразерхуде. Так, давай сразу. Согласен. На стражника будем травить. У нас должны будут испытания выполняться. Стражники есть в зоне видимости? Ага, вон там, вижу, ходят. Все, пусть разбираются с ними, а мы пока пойдем скупать там лавочки всякие. Надо задание еще раз дать ассасину. Так, кого-то повысили. Че у тебя есть-то? Карт сокровищ какие? Потихоньку надо их, кстати, тоже все скупать. А давай все скупим. Че? 1200. Спасибо, сеньор. Заходите. Тут, походу, общий ассортимент во всех лавках. Вне зависимости от района. Так, врач. Ох ты, даже не покоцался. У врача сейчас подлечимся. Я не хочу участвовать в этом. Пожалуйста. Давид. Вообще лекарств надо мне купить. Яд. Нет места. А что за ингредиенты? Селитра я продать могу, что ли? А нет, купить не будем, покупать мне это не надо. Улучшение быстрого яда. Денег не хватает. Сейчас тебе станет лучше. Так, известность у нас опять повышается. О, мужики, вы закончили, что ли? Погоди, тут вот еще есть.
все, что хочешь. Интересно, они на крышу заберутся? Кто кого перепьет? Но как же ты... Дерьмо, я так не могу. Нет, они не могут на крышу забраться. Или могут. Так, ладно, пусть они там сами занимаются своими делами. Ну, которые я им поручил, конечно. Так, купим кузницу. По пути. Где она у нас? С обратной стороны, походу. Ой, чуть не упал. И надо еще задание ассасинам раздать. Денег у меня, походу, не осталось. Не знаю, снимать известность или в Tower Defense поиграть. Чудесные... Давай отремонтируемся. Кстати, там новая... Должен быть доспех доступен, да? Да, но у меня деньги кончились. Прошу вас, печалька. Сударь, порекомендуйте меня, друзья. Так, вижу сокровища. Сейчас мы его соберем, может, и хватит денег. Какая сила. Погоди, а где оно? Ага. Так, вон, у нас там ассасин, бежим к нему. Помогите! Никакого уважения к собственности. Так. О, это чиновник. О, тут сразу сокровища есть, хорошо. Наверху, что ли? Нет, внизу. Каких стражников убить нам? Зачем? А, вон тех стражников. Это уже для спасения. Не уходите далеко от горожанина. Горожанка. Да ты что, ты падла? Блин, я не могу парировать его. За правое дело, Аркадашим, а не только за жизнь. Если я смогу помогать другим, как ты помог мне, хорошо. Ну, это такая же рутина. Кстати, вот эти, там, где была миссия, когда там плееры хорошо осведомлены, они атакуют ваши базы. Вопрос, когда он начнет атаковать базу? После вас. Так, отманивай стражника. Этот, по-твоему, откуда? Сейчас за их счет пополним припасы опять. Странно, у меня, по-моему, не снялась известность.
Хотя я устранил византийца. Идем, значит. Глашатая. Опа. Блин, они на меня сейчас будут постоянно нападать. Хорошо, давай решим, куда дальше идти. А, до собора Святой Софии это место... Так, понятно, не будем это читать. Я вообще-то хотел карту открыть. Так, прямо у нас два сокровища. И я, кстати... А, нет, еще могу спасти. Идем. За сокровищами идем. Нам деньги нужны, денег вообще в обрез что-то. Кстати, здесь будет миссия. Гробница. Вая Софии. Это же она, по-моему. Опа, вон оно, сокровище. И тут сразу же следующее. Не допрыгивает, смотри-ка. Ух ты, чуть не рухнул я вниз. Так, не упасть бы. Тут что-то высоко. Довольно-таки. Хорошо, где она? Банк. Пойдем купим его. По-моему, деньги не приходили. Ну пусть будет. Так, доход увеличен. Смотрим, есть вообще, нет деньги-то у нас там. Ни шиша. Может быть, другой? Ладно. А, не знаю, мы сможем ли вот это сокровище сейчас забрать. Оно, по-моему, за стеной. Думаю, что не сможем. Хотя кто его знает? Похоже, это новый способ знакомиться. А нет, смотри-ка. Походу, все норм. Так, я в запретной зоне вообще. Ага. Интересно. А спалюсь ли я от того, что буду здесь воровать? Не, им пофиг вообще. Твою мать, нет, не пофиг, смотри-ка. Надо срочно известность понижать, иначе на базу нападут. Пойдем, завалим этого. Ну, в общем, вон того чувака. А валить будем отравленным дротиком.
Не-не-не, не его. Да что ты будешь делать? Его выбрать не могу, прикинь. Да твою-то мать. Да иди ты нафиг. Так, прошу прощения, пришлось прерваться ненадолго, по делам отойти. На чем мы остановились, собственно? По-моему, мы известность понизили. А, хорошо. Айя Ирина. Это, по-моему, замок... ну, кто там главный-то? Короче, замок. Так, пойдемте-ка вот в этот район. Освободим здесь, завербуем ассасина. И поскупаем вот эти вот все лавочки. Так, нам туда. Сорвались, побежали. Знаете, тут, кстати, джойстик раздобыл, геймпад. И попробовал с него поиграть. Видимо... то, что я на геймпаде последний раз играл в Денди, сильно сказалось. Мне в Ассасина так и не получилось поиграть. А у меня, кстати, почему с известностью-то? Смотрите, хрень какая. А что за фигня? Так, обыскиваем, обшманываем их. Видимо, из-за того, что я перезагрузился, мне известность вернулась к прежнему состоянию. Баязидова борода. Что тут случилось? Все, валим. Вон тут поблизости уже помочь надо мирному жителю. Вниз! Быстро! Этот похож на... Я просто проходил мимо! Не трогайте меня! Нормально! Сам его возьми! Пришел конец! Видимо, то, что я не привык играть на геймпаде, не подвело. Я поиграл минут с 30. Так у меня ничего, собственно, нормального не вышло. Не знаю, неудобно мне. Сражайся за правое дело, Аркадашим, а не только за жизнь. Если я смогу помогать другим, как ты помог мне, хорошо. Так, Барбала Жебехази, боже мой, язык сломаешь. Присоединилась. Так, давайте наймем сразу по пути их, натравим на кого-нибудь. Угу. Хорошо, ассасин завербовали. А где тут у нас? Что-то я далеко отошел. Пойдем-ка вот сюда. Скупим все лавки там. Вообще не в ту сторону уперся. Да и вообще, наверное, надо один раз забить. Пусть они атакуют мою базу какую-нибудь. Сыграем хоть в этот Tower Defense. Так, сокровища. Тоже, кстати... Ага, вон он там, под стражей. Неотъемлемый атрибут сбора. Идите, поделитесь с ними. О, зашибись. Дайте-ка я пройду. Вы тут деритесь, что хотите, делайте. Так, а где сокровище-то? Погоди. А, вот же он. Форум Константина. Ну. Кузница. Вот это села.
Так, денег. А у меня денег нет, прикинь. Вот это подстава. У меня сейчас не хватит, наверное, даже этого купить. Да, не хватает. Так. А, надо на самом деле отправить. Кстати, может, мне там деньги пришли? Вообще, надо мне это. Отправить ассасинов. Изготовление бомб. А, кстати, по-моему, там, где изготовление бомб, там же есть сразу и голубятня. Ой, сори. Вы выиграли, что ли? Красавчики. Я в вас не сомневался. Да, вот голубятня. Выполнено, выполнено, выполнено. Молодцы. Стоп. Это что там сейчас было? За блин. Что за фигня? Что за сообщение было? Мне еще одного, кстати, надо завербовать. Очко навыков. Прикольно. Так, и все, больше никто не прокачался. Оборона. Давайте Александрию добивать будем. Печать памяти. Интересно, сюда всех, наверное, надо будет отправить, нет? Нет. А, их даже все они не добьют. Понятненько. Верните город. Наверное, тоже не вы... А, нет, да он даже в одного вывезет, прикинь. Ну, иди. Посчитать товары. Блин, нет, так не пойдет. Напасть на нищего. Ну-ка, стоп, стоп. И опять посетить банкет. А, давай Алжир. Ой, тут все что-то мать... А, хотя нет, подожди. А вот этот выполнится, нет? Вся королевская рать. Нет, не хватит ему. Все, пусть деньги добывают для братства. А у нас, в свою очередь, бобос появились тоже. Пойдем купим. Что тут, лавка книжная? И до банка прогуляемся. Хорошо, карты есть у тебя? Карты я все скупил. Книги есть. Но они как бы тоже это... Ну ладно. Потом скупим карты. Обязательно. Да, берем. И в кузницу пойдем. Кузница, кузница. Кроме того, я вскрываю нарывы, пустулы, кисты и другие. Ой. Так, а что это за лекарство-то у тебя? А, ну улучшение быстрого яда, у меня денег не имеет. Сейчас, я только пока что инвестирую. Вот когда инвестиции буду собирать, буду все это барахло покупать. Твою мать, денег не хватает. Да вы гоните. Хорошо, пойдем в банк. Мне кажется, там что-то должно лежать. Сберкассу. Заглянем сейчас. А он не куплен, походу. Нет, куплен. Все, все четко. Я его, по-моему, в первую очередь купил. Денег нет. Зашибись. Значит, в другой раз. Ладно, хрен с ним. А может, сокровища же должны быть поблизости какие-нибудь? Нифига нету вообще. Фигово. Хорошо, пойдем вот эту точку обзора откроем. Побыстроляну. Атаман. С
А заодно давайте натравим чуваков на кого-нибудь опять. Овечья кровь. Нахрена на мне? Так, друзья, товарищи, в сторону. Ну, в общем, те чуваки, видимо, затупили. Я им задание дал. Надеюсь, они его придут выполнять. Так, а почему у меня выбрано? Погоди-ка. Что, я не догнал? Ну, шкрюк не выбирался почему-то. Я у вас тут, ребят, сокровища заберу, а вы там охраняйте дальше что-нибудь. Пойдем-ка пока что доступно. Завербуем ассасинчика. Нового последователя нашей безумной секты. Идиоты. Что за причина такой грубой? Так, кому помочь надо? Ага. Блин, я думал, его грохнуть сейчас. Ты не одинок, Аркадашим. И тебе нечего бояться. Я хочу делом отплатить тебе за добро, ассасин. Примите меня в свои ряды. Ты принята. Все, лезем на башню. Разве это не опасно? Опасно. А, тут вышка сильно. А чё за фигня? Чё у меня не переключается? Прикиньте, почему-то переключаться перестало. Что, как-то назначить надо? А, ну да, точняк, смотри-ка. Так, это первое. Это второе. Это третье. Должно быть. Что-то все равно не то. Твою-то мать. Так, ты первый. А, нет, второй. О, так. Пистолет пусть будет первый. Вот это пусть будет третье. Оно так и есть. А, лекарство первое, кстати. Ну-ка, что вышло? Так, так. Ну, вроде ок. Что-то башня какая. О, ты что делаешь? Опа, вот это прикол. Я же себе мозги тут не расплющил, блин. Совсем, что ли, с ума сошел? Чё, к чему он прыгнул-то? Я вообще не допер. Дурацкая какая-то башня, если честно. А, ну мы уже забрались почти что. И это прекрасно. Так, там уже задания выполняются.
Тут наверху есть что? Да, там кусок анимуса. Как они быстро выполнили задание, я, по-моему, вот недавно совсем назначил. А я отсюда могу синхронизироваться? Не, не могу. Мне надо синхронизироваться стопудово. Да прыгай уже, тут не высоко. Замечательно, давай глашатая подкупаем. Это нехорошо. Деньги сразу воруем. Не нам, Господи. И смотрим, что делать дальше. Пойдем сокровища почистим. А их нету уже. Да ну нафиг. Это в натуре подстава. Так, куда тогда мы идем? А тут у нас воспоминания Софии. Вот тут башен, сколько не открытых, надо туда идти. То есть это нам надо к цыганам. Не, не к цыганам, давай просто вот сюда перенесемся, да и все. Там вообще непочатый край. Так, что ближе? Во-первых, ну давай, ближе вот этот вход. Мои братья умерли. Он так за мной охотится теперь, потому что деньги у него украл. Какого черта? Пора отсюда уходить. Все, бежим. Пора навести дядю. Отпустите меня. Я тут ни при чем. Какого черта? Они что, и глашатая схватили, что ли? Ну это просто эпик фейл. Да уж, он смелый человек. Вот эти моменты особенно, вообще на стике мне неудобно было управлять. Конечно, я, может, и не умею, но я действительно не умею. Обалдеть! Но как-то клава с мышью мне ближе. О, простите, кажется, я вам мешаю. Такое поведение недопустимо. Да ладно. О, как раз в эту мечеть нам и надо. Или вообще возле дома сначала все. Давай возле дома зачистим все. А там есть еще пункт. Галата. Давай Галата. Сразу у нас там клад зарытый. Даже два. Ой. Копейки. И тут вообще денег нет. Так, ассасинов отправляем на работу. Получен сигнал вызова. А, ну да, понятно. Давай все-таки Александрию. Блин, она что, постоянно... А, верните город. Вот он сейчас ее возвращает, получается. О, тут даже самый мощный. Пипец, короче. Давай Алжир тогда начнем посещать. Город попробуем вернуть. Хрен там. Так, берем самого мощного и самую слабую. Заодно качнется. Защитить шпиончика. А Бурса. Давай Афины лучше. Не пойдет.
Походу, все-таки самый первый надо. Да. Денег принесли. Смотри-ка, они вообще нормально денег приносят. Так, а что сюда приперся-то вообще? О, идем сюда. Заодно башню там откроем. Это там. Эй ты, стой там, иди сюда. По-моему, мы тут были, кстати, сокровища забирали. Что я кругами хожу. Парашютов вот по нолям. Надо как-то восполнить эту недостачу. Во многих ситуациях она довольно необходима. Где вход-то? А, вон, все, вижу. Сразу берем этих куртизанок и травим на кого-нибудь. Как они быстро задания выполняют. Уже может такая ловкость. Так, вы пока подождите здесь чуть-чуть. А я в этом здании закрою еще. И предать лютой смерти. Они хуже диких зверей. Я слышал, они целиком вырезали караван. Беги, не смотри по сторонам, просто беги. Так, надо помогать ассасину-то. О, вообще молодец, слушай. Как ты смеешь оскорблять умерших? Грабить мертвецов. Тяжелейший грех. Чуть сокровище не забыл. Но это, кстати, по-моему, не оно. Вот оно. Как ужасно. Бедняга. Ладно, полезли на вышку. Да какая вам разница? Идите вы спите. Что? Что произошло? Кто-нибудь видел бой? Как вперед? Нет ни одной причины сидеть там наверху. Этот опять уже какие-то задания выполнили. Что за херня он меня кидает? Дымовухи, что ли? Так, ну я пришел в эту... А куда? Собственно, может, какой-то главный зал. Ой. А куда я лезу вообще? Короче. Все, на месте. Блин, какая высокая. А чё-то не срабатывает. А, надо стоять вот на этой штуке. Понятно. Ну, он слазить не хочет. Вон оно как, значит.
Хорошо, 12 точек обзора осталось. Так. Денег у нас жопой жуй. Здесь все открыто. Ну как все, имеется в виду. Короче, вообще неправильно выразился. Все мы еще не забрали. Ну ничего, так пейзажик сделан. Урбанистический. Блин, пойдем это соберем деньгу и посмотрим, что он там снес. Так, тут у нас сокровища. И в банк давай заглянем. Деньги так и не поступили. Интересно. Если вы не поможете мне, ой, отстаньте, а. Вот эти самые противные вообще. Ему бы не помешало научиться. От них хрен избавишься. Господь вознаградит вас за щедрость. Да, конечно. О, 195, я думал, 1900. Если потребуешь, твое дело обречено! Это кто такой вообще был? Вот это поворот. Так, вот теперь деньги по-любому в банк пришли. Да, забираем. Как видите, у нас наличные, это все увеличиваются. Короче, что у нас тут осталось? А, мы даже свой район еще не зачистили, замечательно вообще. В общем, в следующей серии мы также продолжим зачищать территорию, уничтожать вышки, захватывать центры, источники наблюдений. Ну а как подсоберем здесь все, что можно, продолжим опять сюжетку. В общем, увидимся в следующей серии на канале S-Play. Спасибо за просмотр. Пока.